Всем здорово, ребята. Ну что, у нас сегодня английский сервер. Решил я дособирать недостающих двух, ну, возможно, одного. И героя одного-то точно мы заберем сейчас. Я показывал вам, насколько крутые сегодня действительно накопления на английском сервере. И есть смысл подротить там для бездонатов, потому что реально... Акции очень обалденные по поводу накопления. В общем, забрал я вот такие вот плюшки. Что мы имеем? Ну, это часть, это первые плюшки. Это с паков 40 монеток. Гемы, редкий найм, как видите, пыльца. Плюс книжечки, ну и расходники. У меня есть уже берс, скины. Плюс сумочки. Еще также дополнительно. Давайте сразу в дискаунте я себе сменки сейчас заберу. Немножко потрачу. Ну, мне кроме сменок тут, в принципе, больше ничего такого интересного нет. Такс. Зайдем сейчас в огоньки. Тоже карту. Тут такие все расходники. По 28 я уже не успею зажечь полностью все огни. Шарики у нас тоже, считайте, открылись. Мы попозже сможем награду забирать. Такс. Покер-матчер. Ну, давайте сразу все, и потом давайте сначала на этот. Почему я забирал? Вот из-за этой аккумуляции. Такой аккумуляции на многих серваках реально нет. Вот смотрите, что мы в итоге получили. Бум. Это просто космос, ребят. Зефир, Огник, Барт и куча всего, еще и на халяву. 80к с хреном самоцветов, наверное, даже больше, 10 карт донатных. Реально, расходники просто бомбические. Сундуки по 100. Какие вот расходники. Реально, это офигенная тема. Под нее, если вы хотите там что-то собрать, дособирать, есть смысл. В итоге, что у нас получилось? За, по сути, даже меньше, чем большой средний пак, 115к гемов. То есть я бонусом получил. Это реально круто, это реально дофигища. Я вам скажу так, 2310. Вот так вот. И еще куча разных расходников. Давайте сейчас пробежимся по акциям сразу. Так, императорская, покер-матчер, давайте заберем. А, у нас тут, это надо траты будет делать. Выращиваем призы. Ну, по сути, у меня, ого, нифига себе. Сколько там всего, счастливое число. Куча ивентов. Сейчас я здесь быстренько пробегусь. Идем дальше. Пойдем с вами открывать плюшки. Дискаунт, все. Поехали, пооткрываем плюшечки, посмотрим, что у нас интересного появилось. Так, это можно сразу же продавать, оно нафиг не надо. Коробки. Ну, коробки я пооткрываю, чтобы места не занимали. Тоже вот, смотрите, 100 коробок, и по плюхам ты просто, ну... Тебе не надо там задумываться над плюшками для прокачки. Ну, я имею в виду там не максимальные прокачки, но хотя бы там первых прокачек
вторых эволюций, там начинающий аккаунт, этого вполне хватит, чтобы нормально себя чувствовать. Дальше ты получаешь обалденных героев, оккультист, огник, ну реально дофига, зефир, самые такие, плюс бар для битвы гильдии, вам больше ничего не надо будет по сути. Ну плюс-минус относительно, конечно, какой топ, но в ближайшее там время однозначно вам этого будет хватать. Так, у нас перелимит. Почем у нас перелимит? Вообще, почем-то у нас уже перелимит начался. Так, ладненько. Так, это можно тоже продать, оно нафиг не надо. Ну, пятая эмблема, они нафиг не нужны. Кого? Я не понял. Или у нас с них максимальные коробки, скорее всего. Скорее всего, из-за коробок мы опять не сможем открывать. Ладно. Так, это я не трогаю. Десятое, поехали. Плюс. Тоже, смотрите, тоже по эмблемкам круто. Ладушка, ремка, пакт, выживание и для смот, для этого, для архидемона. Реально плюс. Так, карточки я донатные оставлю пока. Ассурики это выпало. И откроем вот эти вот итемы. Мне тоже интересно посмотреть. Тут у нас падает маг. Мага, кстати, я забрал. У меня уже 100 осколков есть. О, нифига себе, 160. Ну, ребят, мне кажется, мы сегодня соберем еще одного недостающего героя. Так, это новый герой и скины. В итоге поехали сюда. Смотрим. Так, зефиры. Это зефиры. Это неинтересно. Это можно поменять. Давайте со скинов. Новый скин. Скин на этого, скин на этого, скин на этого. Давайте сразу их подокачиваем. Сколько там сможем. Альфа-самца я собрал уже целого. Я тоже буду его прокачивать попозже. Потому что у меня есть свободные места. Так, альфа-самец у нас есть. Отлично. А что у нас по осколкам? У меня половина альфа-самца должна быть в осколках. И дарк-мага у меня. Так, зелот это 30. Дарк-мага 162, альфа-самец 107. У меня с недостающих героев... Сейчас мы чекнем. Дофига, кстати, недостающих. 4, я что-то думал меньше. Что-то я запустил аккаунт. Так, мисс Магия. Альфа-самца мы сейчас получим. Дарк Мага я тоже, надеюсь, получим. Я взял лот. Окей. Такс. Ну что, поехали. У нас есть пыльца. Поехали, еще пыльцу с вами пооткрываем. Посмотрим, что у нас по пыльца получится вытащить. Так, 440 пыльцы. Ну, я не знаю, вряд ли мы, наверное, соберем. Так, сейчас я себя перемещу. Поэтому я вот так вот сделаю, чтобы изображение было нормальным. Так, отлично, 5. Есть. Сейчас посмотрим, какие мы здесь расходники насобираем. Еще одна коробка. Ну, альфа-самца, понятно, мы и так собрали уже. У нас будет уже второй. Ой, отлично, мах падает, отлично. Смотрите, 176. Ну, не знаю, повезет нам, не повезет. Ой, 186. 14 осколков. Видите, да, разница? Прошла одна обнова, и ты его собираешь без проблем. За 500 пыльцы можно добить 100 осколков такими темпами. Так, отлично, еще один упал. 190, 10 осколков. Ну... Я думаю, 10 осколков за 200 пыльцы мы должны получить.
Так, забрали еще расходнички. А, плюс у нас есть еще ж коробочка. Давайте сразу ее чопнем. Чик. Не, не то. Немножко не то. Так, это расходники, которые, по сути, тоже нафиг уже не нужны. А, так, 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 так. 43 попытки. Ой, отлично. 197. Вот тут, я думаю, изи мы уже соберем. 25 этого зелота. Все. Еще и карту донатную вытащили. 201. Тык-тык-тык-тык-тык. Давайте в ускоренном режиме тогда все потратим. Отлично. Итого, здесь 182 даже. Нифига себе. Жестко. Жестко это было, ребята. Так, в итоге у меня есть второй герой. Давайте откроем эти сумки еще. Тут еще 10 осколков скина, 11 карт. Еще другие, кстати, эмблемы выпали. Так, тут у нас по расходникам все нормально, сундуки. В общем, вроде все, что надо, сделали. Ну, в итоге, как видите, то, о чем я говорил, мы получили с вами плюс 2 героя. Отлично. В принципе, вообще за фигню. Все. Буду качать их. Ждите видосиков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.